можно простить многое за такое. На самом деле я смотрела его и не щупала. Какая разница? Вы же понимаете, когда такой красивый мужчина. Когда такие чудеса творят. Какая разница уже, какой он там. Тем не менее, это очень хороший представитель своей породы. Очень тяжелое, массивное тело, очень широкая грудная клетка, широкий грудь. Фантастический окрас. Посмотрите, какой яркий, какой расписной. Широкая, массивная голова. Вы же, пожалуйста, голову видите. Я понимаю, что это классный парень. Надо же показать, какой это красивый. Очень красивые зеленые выразительные глаза, хорошо дополненные. Квадратная мордочка, круглые щеки. Фантастическая шерсть, очень шелковистая, густая. Итак, сегодня замечательное начало моего финала. 10-й лучший ход на моем. Не все. Может, я туда быстро. Так, на
себе зеркало. Большие круглые зеленые глаза, очень правильного постава, очень открытое лицо. Итак, сегодня это 6-й лучший год на моем юге. Продолжение следует...
клёво, прекрасно. Фантастическое что. Настолько гармоничное, настолько красивое, очень хорошее тело. Короткая, плотно прилегающая шерсть с характерным типом. Замечательный хвост, очень красивая форма голова. Там не надо уходить, пожалуйста. Большие, широкие в основании чешевидные уши, очень красивые, выразительные глаза, замечательной формы голова, ни одной плоской линии. Вторая большая кошка на моем примере. Так, сегодня это лучший год на моем пенсии.